Найти ключ от Сестринской без гугла и подсказок, Грейхов сдает. Окей, хорошо. Без подсказок, друзья. Подсказка сразу в минус 30. Ставлю на то, что Майкер не сможет найти загадку без помощи. А зачем ставить, если ты можешь пополнить челлендж просто? Я уже вижу решение. Короче, смотрите. Во-первых, в потолок очень похож, собственно, на загадку. То есть расположены. Во-первых, здесь 3 штуки, которые мне нужно выделить от Сестринской, чтобы замок снять. Во-вторых, они расположены в таком шашечном, да, как в доминошном порядке. Теперь надо понять относительно... Хотя тут есть еще парочка выключенных. Ну ладно, выключенные хрен с ними. Мне кажется, вот это вот ключ. Раз, два, три. А, но они есть еще за пределами, за стенками. То есть стенки тут мешают восприятию. Но я бы попробовал вот эти вот варианты через один рисунок. Это очень прям похоже. И я уверен, что ответ где-то здесь. Истина где-то рядом. Мне нужно зарисовать это. Что я не запомню. 3 впереди зажглась. Это горит, это горит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Со смещением на 1 все горит. Мигающая есть. Да ладно вообще. Единственная мигающая лампа. Это не совпадение. Какие же вы психи, создатели игры. Нет же мигающих ламп. Почти уверен, что разгадка именно в потолке и в правильном вот этом вот. Можно посчитать количество ламп, на самом деле, для того, чтобы понять, мы вообще по верному пути идем. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Конечно, 24, 25. Перебор. Миша, перебор. Нет, это не край. Есть еще один на втором этаже. Нет! Тут лампы на втором этаже есть. Так, ну вроде все горят. Горят все. И тут не горят. Сучки. Ой. О. Нет. Нет. Мне всю теорию сломали дизайнеры хреновые. Я уже параноидально на ковер смотрю, может быть, вот здесь, вот в этом рисунке тоже, а он, кстати, тоже шашечками. О, я не везде ковры проверил! Так, чтобы не возвращаться сюда, внимательным образом осматривай. И там тоже такие же. Хорошо. Вот перед тобой Сестринская. Гениально, Михаил. Поблизости есть решение. Рисунок или предметы, которые образуют рисунок. Так, слушайте, а может быть реальным, если человек сюда прибегал и хотел открыть, но тогда он не знал пароль. Я думал, что надо отправиться по следу, по кровавому следу за человеком, потому что он типа приведет нас. А может, он не успел? Гениально, Михаил, просто гениально. Так. Так. А может, 4 плакатик, сердечко? Сестринская! Да, 4 по центру! О, ты нашел, это оно! Сестринская, сестра, плакат, 4 по центру, клевер. Да, я молодец! Блин, капец! О, да? Нет. Нет! Сука! Ну это прям оно! Это вот 3 по 3. Надо искать еще один плакат такой. Надо искать еще подобные плакаты. Возможно, этот плакат у нас без точек, без рисунков, но есть еще 100%. Капец! Это должно быть решение. Это должно быть решение. Да, больше нет. Нифига себе! На 3 этажах находится плакат, который тебя посылает. Прям четко посылает. И там 4 сердца. А тут 4 кабинки. 4 сердца, 4 сектора, 4 кабинки. Там прям сердечки. сойду с ума. Где, ребята, короче, кто картинку на это самое найдите, помните, где вот описывает чувак такой заросший и сумасшедшими глазами? Вот. Вот это я сейчас. Ну вот, это оно. Ну это оно. Это 4 сердца. Это она держит. Лампы поворот нет. То есть каждое из сердец мы можем пронумеровать. Их 4 кабинки. Внутри. А! Да, нашел! Раз, два, три, четыре, нашел! Вот оно. О, нашел. Вот оно. Раз, два, три, четыре. Тебя плакатом отправляют, плакатом сердечки, отправляют в туалет. Гениально. А здесь же ничего нет. Здесь тоже самый рисунок. Да, детка, да. Пойдем открывать. Как там оно? Раз, два, три, четыре, так? Не, подожди. Раз, два, три, четыре. Сука, как ты... Иди... А ну-ка... Сестринская, а? Да это оно, это оно! Нет. Я предлагаю вам челлендж, друзья. Я предлагаю вам челлендж. Если вы не знаете ответ на вопрос, не гуглите сегодня. Я вернусь к вам завтра вечером, часов... в 6, в 7, и мы вот с этого же момента, без подсказок, будем вместе сидеть и искать решение. Вы отдельно, я отдельно. А на сегодня все. На сегодня все. Всего хорошего. Увидимся с вами завтра вечером. А мы вчера, точнее я вчера, пару часов, да, пытался решить одну загадку с Сестринской. Я хотел было пробежать, но товарищи накинули челлендж, сказали, кто-то сказал, он не пройдет, вообще не догадается сам. Вот, я загорелся, начал искать разгадку. Для тех, кто смотрит с чистого листа, да и в принципе мне будет полезно сейчас самому вспомнить. Я здесь был уже раз 20, вот просто чтобы вы представляли мою упертость. Плакат, конечно, тоже интригует. Я не видел раньше этого плаката. Вентилятор друг труда пусть работает всегда. Может попробовать 3 вентилятора наверху запустить? Ну, типа вот нашим стандартным разрядиком. Опа! Я вижу! Это оно! Вот в чем смысл был вот этого овала! А, ты псих! О, где 4-й? Где, блядь, 4-й? Вот это 4-й. Так, как теперь это все... Блин, ну это так на тоненького, просто. Это вот под определенным углом. Я видел отдельно эту. Заходил сюда. Думал, к чему оно? Оно под определенным углом. Становится кругом. Круг. И вот она. Раз, два, три. И 4-й внизу. Ёппересоте. Вообще нормально. Вообще вполне. Хоть сейчас проверяю. Там не так много подобного рода вариантов. Блин, капец, просто. Сколько таких вариантов у нас? Раз, два, три, четыре. Вот так вот оно. Ну, то есть так, 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 так. Ну и дальше. Нет. Так, нет. Раз, два, три, четыре. Вот так, такая последовательность, да? Ну там типа угол. Я не уверен, что четвертый недорисованный это тот. Сейчас, погодите. Справа ты начать не можешь. Окей, хорошо. Начинаю так, 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 так. Перебираю все варианты, которые есть. Их вообще немного, на самом деле. Блин. Что там? Серьезно? Ну вот, вот этот четвертый я видел. Видите, он там контур такой. Невероятно просто. Ну, не предлагается вот это вот. И не подсказывайте, пожалуйста. Я вижу слева, но тут дистанция большая. Он вне конструкции находится. Ну, где-то пропущенный четвертый. Но это уже хорошо, на самом деле. То есть здесь я сомневаюсь, что есть что-то, есть пауза. А вот здесь вот, если мы поставим одну, то оно, может быть, сходится. Сойдется. Ладно, поехали подбирать. Я зарисовала очередную. То есть мы отталкиваемся от того, что это правильное. Вот такая вот может быть конструкция даже. То есть по углу больше вот это напоминает. А четвертый может быть любая. Есть! Есть! Да! 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 Готово! На! Кто тут батя? Кто батя? Кто батя? Сюда! Сюда! С прицелом. Надо было еще точнее угол взять. Ох, надо было правильные предположения. Правильные вообще. Еще раз. Рассказываю, что было сделано правильно. Капец. Ну, труп, след. Ой, ой, какое удовлетворение просто. Труп, след, проекция. Мы сделали, отталкивались от нижней. То есть это центральная, благодаря контурам нижним. Угол правильный. То есть отталкивались от того, что здесь шага нет. А здесь шаг двойной с учетом, ну, то есть размера. То есть... Было видно, что вот эта вот точка, она находится не в общей конструкции. То есть вот не вот так вот она вместе, она дальше как бы ушла. И получился такой изначально немножко кривоватый паттерн, но это правильный. А четвертая была решена подбором просто. Офигеть. Просто респект разрабам. Очень жаль, что скорее всего большинство игроков... с вашими хитрыми ложными путями, плакатами, этими потолками, вентиляциями были заведены по ложному следу, сгорели. Потому что реально, я же дотошный пипец, но даже меня уже вторая трансляция, там 2 часа ты сидишь, тупишь, над тобой ржут. Фу, капец. Мы справились.